Ну, мы быстрее торопимся переехать и откладываем каждую копейку и с авансов, и вчера собаку я подстригла, 1200 тоже отложили. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Вот это самая большая комната, вот потолок. Дом очень старый, хотя тут, ну, видите, какие, как приблизить-то, трещины. Поэтому мы боимся, что нас завалит. Зиму мы тут точно не переживем. Просто в этой комнате у нас и попугаи. Вольеры с попугаями стоят сейчас. Причем даже несмотря на то, что тут вон евроокна, это мы от солнца закрыли, тут кондиционер работает у нас. У нас тут вольер с попугаем. Наша кровать. Вот здесь вот вольер с кинкажу стоит. И наша кровать. Поэтому, несмотря на то, что дом очень, ну, действительно старый. Сейчас покажу. Откусим. Здесь хоть и ДВП закрыто, но все равно, из чего сделан дом. Вот эти вот откосы, все сыпется. Тут какие-то ветки. И вся эта глина, его уже не отремонтировать вообще никак. Хотя стоит евроокно. Его тут пытались стягивать. Поэтому каждую копеечку мы откладываем, чтобы быстрее осенью переехать. Хотя бы даже там в более стесненных условиях. Тут три комнаты, плюс кухня, плюс стенки. Ну, блин, вот это все. Да, мадама моя, мадама. И каждое утро, блин, все вот эти камни приходится, да, моя хорошая, да, все вот эти камни приходится убирать вот так.